Профессиональный футбольный клуб «Металлург Видное», его игроки в красной форме, появился всего 5 месяцев назад. Нынешний Кубок России для него первое серьезное испытание. А вот его соперник, обнинский «Квант», уже имеет опыт подобных сражений. Тем не менее, новички выиграли этот матч со счетом 1-0. Позже тренер видновчан признался, что победа далась нелегко. Ну, у нас было всего там 5,5 недели. За это время надо было их привести в чувство, набрать форму, не допустить получения травмы, наиграть, пытались успокоить, чтобы не терялась игра, чтобы эмоции не захлестывали. Вот. Но не получилось, я считаю. Сейчас хорошо, что выиграли, но на первом плане у нас будет качество игры. Автором единственного и победного мяча в первой игре в истории клуба «Металлург Видное» стал Павел Барбашов. На последней добавленной минуте первого тайма гости допустили грубую ошибку в своей штрафной, и Павел успешно реализовал пенальти. Мы коллективно решили с некоторыми игроками, что я пробью пенальти. Шли же на победу, пенальти там заработали, я пробил, мне доверили, забил, все отлично, 1-0. Судя по всему, главный тренер «Кванта» Олег Морозов не совсем ожидал победы новичков. Впрочем, он уверен, что для того, чтобы и в дальнейшем показывать результативную игру, обеим командам нужно хорошо постараться. Я думал, мы будем получше подготовлены. Так, вот, то ли давно не играли, то ли всем как бы начало все на волне. Пока совсем не то, что я надеюсь, мы можем и хотим видеть от них. Ну, судя по опыту там, предыдущих наших двух сезонных выступлений, я думаю, и вашей команде, и нашей надо очень сильно прибавить, если мы хотим быть конкурентоспособными на этом, в этом уровне. Стоит отметить, что в нынешнем составе команды «Металлург Видное» играют спортсмены со всей страны. Но планы привлекать молодых видновских футболистов не только существуют, но и в скором времени начнут воплощаться в жизнь. Мы абсолютно на это нацелены. Мы пришли здесь, чтобы выстроить вертикали от детской школы до профессиональной команды и как можно больше задействовать местных воспитанников, но на это нужно время. Итак, «Металлург Видное» проходит следующий этап Кубка России по футболу. Там он встретится с командой «Салют» из Белгорода. Максим Козлов, Александр Логинов, «Видное ТВ».